Турецкая телеиндустрия должна найти новую формулу решения проблемы Гюльчимеля. Сериал «Галсимрл» выходит в эфир на телеканале «Факс» по вечерам в четверг, и интерес, проявленный к этой истории за пределами Турции, также удивляет. Понять, что это постановка, которую не предпочитают поклонники отечественных сериалов, можно по показателям, упавшим ниже 3 рейтинга. На самом деле, для телеканала «Факс» падение рейтингов в сторону 2 может стать важным поводом для досрочного финала. Однако большой интерес, проявленный к сериалу поклонниками турецких сериалов в зарубежных странах, напоминает нам о том, что следует принимать во внимание и другое измерение, помимо рейтингов. Многие поклонники зарубежных сериалов начали выражать мнение, что такие проекты, как «Гюльчимел», должны транслироваться на цифровых платформах, таких как Netflix, а также на телевизионных каналах в Турции, и что измерение должно проводиться таким образом. Хотя материнская компания Fox TV имеет платформу Disney+, поклонники сериалов в зарубежных странах также спрашивают, почему такие вызывающие привыкание сериалы, как «Галсимрл», не оцифрованы. На самом деле, еженедельные сериалы, производимые в Турции, достигли того уровня, когда их уже нельзя оценивать по рейтингам, основанным на вкусах зрителей в Турции. К сожалению, телевизионные каналы зависят от рейтингов, и если эти рейтинги плохие, доходы от рекламы терпят серьезный ущерб. По этой причине сериалы, представляющие большой интерес для поклонников турецких сериалов за рубежом, могут быть отменены, если они не получают достаточного рейтинга. Сериал «Галсимрл», главные роли в котором исполняют Мурат Уналмиш и Мелис Сизен, также находится под угрозой досрочного финала. Однако необходимо видеть, что в данный момент Fox TV находится перед дилеммой. Низкие рейтинги в Турции могут привести к тому, что канал потеряет деньги от сериала «Гюльчимел». В случае отмены сериала, сердце тех, кто увлеченно смотрит этот сериал, будут разбиты и возникнет реакция. Особенно в условиях, когда интерес к сериалу «Гюльчимел» за рубежом растет в геометрической прогрессии, возникает тревожная ситуация для руководства канала. Такая ситуация наблюдается не только с сериалом «Гюльчимел», но и с проектами «Тузак» и «Гикенину Кунда», которые ранее попали в аналогичную ситуацию. Это говорит о том, что турецкому телевизионному сектору необходимо начать процесс, который позволит каким-то образом привлечь поклонников сериала за рубежом, создать совместные платформы с вещательными компаниями в зарубежных странах и транслировать сериал во многих странах одновременно на еженедельной основе. Представляется логичным переоценить рейтинги не только в Турции, но и в других странах, одновременно транслирующих сериал на основании полученных рейтингов и общих доходов. Конечно, неизвестно, как это можно сделать, но мир тесен, и если какие-то сериалы не популярны в Турции, это не значит, что они не будут популярны за рубежом.